Так, ребят, всем привет. Мы, как всегда, со Скоробейкиной снимаем обзор номера в самый последний день перед выездом. Мы это делаем сознательно, чтобы не показывать номер во всей красе, чтобы вы видели вот в самом последней конечной точке, как он выглядит. Да? Вот кровати. Матрас для тех, кто любит жесткость, понравится. Жесткий матрасик, да? Тумбочка прикроватная. Светильники прикроватные, стол. Вот пятна на этом. Ты можешь сказать, что света в номере хватает? Так, Елена Летучая сказала, что света в номере не хватает, но она там замеряет, видишь, этим люмметром. Не знаю, по мне так хватает. Вот вид. Окна открываются. Чик. Что? Поэтому детей оставляют в номере одних не рекомендуется. Телевизор настенный, телефон, тут меню ресторана, который мы уже заказывали, можете в предыдущем видео посмотреть, как мы делали заказ. Очень вкусно и ценники, вон, греческий салат 150 рублей, солянка 150 рублей, там шашлык 270 из курицы, такие вот ценники. Тут у нас холодильник, в холодильнике мини-бар. Ну, естественно, платная. Вот они, две кровати, мы их чуть сдвинули. Зеркало, правда, не в пол, зеркало такое маленькое. Еще одна прикроватная тумбочка, стул. Тут у нас чемодан, да, сюда ставят обычно или что? Да. Тут шкаф для одежды. Оп-оп-оп-оп-оп. Там ботинки. Тут у нас вот розеток не хватает, вот. А, вон розетка. Мы ее не видели. Да, мы ее не видели. Да, мне ванна пригодилась. Тут у нас туалет. Полотенце. Два идет больших. Два для лица. И два вот эти ножные. Унитаз. Чистый. Вода. Идет очень хорошо. Душ. Гель для душа, мыло для рук, все есть. В принципе, довольно-таки чисто, прилично. Самое главное, в номере никаких посторонних запахов, сырости, курева, там, плесени какой-то, хоть и ковролин, но моют их хорошо. Тут я посмотрел, они даже с хлоркой плинтуса вычищают. Вот такой вот номер. Мы довольны, зимой очень-очень тепло, мы ночью открывали окна, вот так вот раз на зимнюю проверку. Из всех замечаний Летучей могу согласиться, что да, шторы, вот какая-то пятно, какой-то соус, непонятно, на шторах, а так по чистоте, тут все чисто, хорошо, вчера очень хорошо убрались. Постель чистая, никаких она волос там, я не знаю. Но мы уже как там не копались, прям матрасы смотреть, ссаные они или не ссаные. Ну, вполне. То есть за эти деньги мы на Новый год сняли с банкетом. С двумя банкетами, 31-го, 1-го. Завтраки, шведский стол нам обошлось 20 тысяч. А в обычные дни он вообще там что-то стоит. 5 тысяч рублей на двоих этот номер, или даже дешевле. Короче, в Москве. В Московской области за такие деньги на Новый год тебя даже на порог не пустят. Провод, не забудь. Да, тебя даже на порог не пустят в Московской области. В самой гостинице есть ночной клуб, боулинг, бильярд, развлекательный клуб, там игротека, стриптиз, да, сауна с бассейном. Если берешь на 4 часа. 1 час в подарок тебе дают, ребята. Так, время 11:47. Мы уже будем сейчас все выдвигаться. Че, я пойду машину прогрею? Да. Ага. Все, ребятки, вот такой небольшой обзор номера. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. С вами был Сан Саныч Богомолов и Скоробейкин. Он жопу показывает нам. Жопки кверху.